Привет, с вами я, Ирина Йовович, и программа «Вечерняя Москва». Сегодня нас ждет роскошный вечер. Мы находимся в самом центре Москвы на торжественной церемонии, самой стильной в России по версии журнала «Hello». Конкурс «Самый стильный в России» по версии журнала «Hello» проводится с 2006 года. Голосуют читатели журнала «Hello». Звания «Лучшие из лучших» удостаивались Рената Литвинова, Алсу, Вера Брежнева, Ирина Шейк и многие другие. Каждый год конкурс «Самый стильный в России» в центре внимания прессы и телевидения. А за прямой эфир отвечает команда World Fashion Channel. Журнал «Hello» известен во всем мире. Его читают сотни стран, в том числе и Россия. Главным редактором российского «Hello» является блистательная Светлана Бондарчук. Светлана, вы сегодня великолепны. Ослепительный наряд. А вы безумно красивая, как всегда. Как вам это удается? Работаю над этим. Не буду говорить, что с утра до вечера, но это труд. Действительно, сегодня я собиралась, готовилась, выбирала платье. Пользуетесь ли вы услугами стилиста? Нет, сама выбираю. Как родилась идея о создании премии «Самый стильный в России» по версии журнала? Это не наша идея. Эта идея была западных наших коллег. Это идея испанского Ола. Они каждый год выбирают самую стильную, но нет церемонии. Мы решили, что в России этого недостаточно, что мы любим собираться, что нам нравится встречаться и наряжаться, и выгуливать платье. И вот как-то 11-й год мы это делаем, слава богу. Премия «Самая стильная в России» уже проходит в 11-й раз. А есть ли какие-то новые изменения или номинации? Да, в этом году «Самый стильный дом» мы ввели номинацию. Мы воспользовались нашим архивом, и мы увидели, что большое количество красивых домов было опубликовано эксклюзивно в журнале «Hello». Вот. Второй год «Самая стильная читательница» — это обычные девушки, красивые, модные, потому что, в принципе, они могли быть такими же звездами. Они делают, у нас есть возможность на «Hello.ru» делать конкурс, и за них голосуют, и вот сегодня мы увидим, кто самая стильная читательница. Это очень интересно, я думаю, им безумно приятно. Да. Конечно, для них это история, для нас тоже. А что объединяет победительниц прошлых лет? Самое стильное — это просто название. Самое стильное — это успех человека, это красота внутренняя и внешняя, это какие-то достижения в творчестве. Ну, так как все-таки мы про больше творческих людей, наша премия — это актриса, это певица, это всегда очень яркие личности, успешные. И мне кажется, что очень хорошие, порядочные люди, что тоже немаловажно. Раскройте, пожалуйста, секрет вашей красоты. Какое на вас сегодня платье? Платье Алены Ахмадулиной. Моя подруга и потрясающий российский дизайнер специально к этому вечеру сделала мне этот наряд. Вам очень идет красный цвет, вы просто ослепительны. Дарья, добрый вечер. Добрый вечер. Вы выглядите сногсшибательно. На вас великолепное платье. Вы пользуетесь услугами стилиста или выбираете сами наряды? Вы знаете, я пользуюсь услугами своих друзей-дизайнеров. Это платье от дизайнера Александра Серова. И, собственно, вот она меня сегодня одела на этот прекрасный, замечательный вечер, на эту премию. Журнал «Hello» — один из моих любимых журналов. Собственно, мы читаем его с того момента, как он появился у нас на рынке, и не изменяем ему. Что вас привлекает больше всего? В журнале? Во-первых, все люди, с которыми я общаюсь, дружу, которых я ценю и уважаю, они все герои этого журнала, и, ну, конечно, звездные новости в первую очередь. Ваши пожелания главному редактору журнала Светлане Бондарчук?
Ну, Света прекрасный человек, замечательный друг, и я желаю ей, конечно, в первую очередь оставаться такой же лучезарной. Она для всех, для нас пример, пример теплоты, пример женственности, пример женского успеха. Один из журналов, которых я периодически покупаю и листаю внимательно и читаю. Но мне нравится. Есть ли у вас там самые любимые рубрики или статьи? Самые любимые? Ну, наверное, самое интересное — это всегда кто на обложке и интервью с героем обложки, наверное. И ваши пожелания блистательной Светлане Бондарчук. Света, будь, пожалуйста, здорова и счастлива. Ты красавица, ты умница. Желаю тебе всего самого-самого хорошего. Добрый вечер, Алексей. Добрый. В какой номинации вы сегодня участвуете? По-моему, самый стильный мужчина. Что для вас значит стиль? И какую роль он играет в жизни современного человека? Я в стиле, как и в музыке, всегда предпочитаю классику. Это как бы я сегодня открыл гардероб, чтобы как-то поприличнее выглядеть, правда. Вот. И выбирал из 10 смокингов. Они все черные, поэтому мне нетрудно выбирать, правда. То есть стилистом вашего наряда на сегодняшний вечер являетесь вы сами? Стилистом всей своей жизни я являюсь сам. Здорово. Вам комплимент. Вы прекрасно выглядите. И желаю вам удачи в номинации. Декольте замечательно. Спасибо. Екатерина, добрый вечер. Добрый вечер. Вы, как всегда, выглядите прекрасно. Скажите, пожалуйста, кто вам помогает в выборе нарядов? Мне помогают мои друзья. Вот этот наряд мне выбрали в бутике Tarik & Diz. Мне кажется, очень элегантно. Очень блистательно. Мне хотелось что-то в стиле джаз. Я даже сделала стрижку. Как вам мое каре? Вам очень идет. Весна — время экспериментов. Екатерина, за кого вы сегодня болеете в номинации «Самая стильная в России»? Как можно болеть за кого-то одного из своих друзей, за кого-то одного из тех, кем искренне восхищаешься? Я уверена, что журнал «Hello» сделает правильный выбор. Мне было очень приятно, что я была номинирована в классике. А читаете ли вы журнал? Я, конечно, читаю журнал «Hello», потому что это один из моих любимых журналов. И мне очень нравится интеллигентная интонация при подаче действительно актуальной информации. И они очень тонко чувствуют темы, которые можно раскрыть, которые вызывают общественный интерес, но при этом раскрыть их деликатно. Скажите, пожалуйста, о стиле. Чем вы руководствуетесь при выборе наряда? Только вот своим чувством вкуса. Если я понимаю, что вот в этом наряде я выгляжу лучше, то да. Не бойтесь экспериментировать, и не нужно зацикливаться на каком-то одном образе. Мне нравятся женщины, которые все время пробуют себя в чем-то новом. А быть стильным – это обязательно модным? Абсолютно нет. У меня есть несколько таких моих личных икон стиля, но это актрисы, которые, вот что бы они ни надели, они не позволят себе ничего лишнего, ничего кричащего, но это будет с невероятным вкусом. Мне нравится, что в этом журнале нет пошлости, но это, наверное, главное. И факты, которые там публикуются, они такие глубокие, серьезные. И еще раз повторю, с хорошим вкусом. Вы сегодня номинированы на стильную пару года. Да. Что вы чувствуете? Мы чувствуем волнение, трепет. Как относитесь к журналу «Hello»? Что вас привлекает в нем больше всего? Во-первых, это международный журнал, он есть во всем мире. И это, скажем так, мне кажется, это первый еженедельник. Первый во всех смыслах. Наталья, вы, как всегда, восхитительны. Спасибо большое, очень приятно. Что на вас сегодня? Юлия Янина. Как вы выбирали наряд? Я давно влюблена в ее платье, являюсь просто невероятной поклонницей, уже были даже какие-то выходы. И я поняла, что на Hello хочется что-то особенное, чувственное, нежное, легкое, подчеркивающее мою фигуру. Тем более, что вы сегодня номинированы, да? Да, я сегодня в номинации.
Очень этому рада. Вообще очень люблю премию Hello. Она всегда так начинается очень с такого ажиотажа. Потом это все перетекает в невероятно приятный такой праздничный вечер с песнями, вкусной едой и хорошей компанией. Как вы выбирали наряд? Платье яркое, весеннее, цветущее. Хотелось то, что соответствует настроению. А у меня такое настроение. Сейчас весна, цветение, любовь. У вас хороший вкус. Спасибо большое. Что для вас означает слово «стиль»? Я хочу это соотносить с чем-то очень благородным, врожденным, аристократическим, интеллигентным. Находимся сегодня на премии «Самый стильный в России». Я бы хотела поговорить о стиле. Итак, а что такое стиль? Стиль может быть где угодно. Он может быть в творчестве, он может быть в одежде, он может быть в интерьере. Стиль — это может быть стиль жизни, кстати, да? Стиль — это некие правила, которым ты следуешь. Точнее, не то чтобы следуешь, просто они рождаются у тебя сами собой, и ты просто хочешь соблюдать их. За кого вы сегодня болеете? Я болею за красивых актрис, вот, которые у нас сегодня есть. Мне, в принципе, все равно, кто победит, они все очень красивые. Они у нас вообще очень красивые женщины. Я знаю, что вы сегодня номинированы. Что вы чувствуете? Я счастлива. Ну, я не первый раз уже на премии Hello, и это всегда очень красочное событие, мероприятие, и столько красивых, потрясающих, очаровательных людей. На вас сегодня красивое платье. Что это? Да, это платье Оскара де ла Рента и такой вот чудесный аксессуар Versace. И чем вы руководствуетесь при выборе наряда? Обращаетесь ли к услугам стилиста? Да, я, конечно же, сотрудничаю со стилистами. Всегда в первую очередь хочется, чтобы наряд не шел вразрез настроению и внутреннему состоянию. Добрый вечер, Валерия. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем вы руководствовались при выборе наряда? Прежде всего тем, что наряд мне этот шел, а он мне идет, уж извините за нескромность. А что на вас? Тони Матичевский, это последняя коллекция, у него совершенно фантастические вещи, это уникальный австралийский дизайнер. Мне показалось, что его не так знают у нас в стране, и мне показалось, что было бы интересно появиться на такой модной премии вот в чем-то таком необычном. Как вы относитесь к журналу Hello? Ой, с нежностью. Слушайте, мы столько лет дружим, как бы идем рука об руку. Поэтому я желаю изданию этому долголетия. Как всегда, ослепительно. Спасибо большое. Я думаю, что это потому, что мои бриллианты так сияют. Расскажи, пожалуйста, ты пользуешься услугами стилиста или ты выбираешь наряды на свой вкус? Я могу сказать, что, безусловно, бывают ситуации, когда мне помогает стилист. Это наша с тобой общая подруга Надин. Но именно сегодня я не нуждалась в услугах стилиста, потому что я поддерживаю свою подругу Инну Жиркову, и я в комбинезоне из ее коллекции, который создан специально для этой премии сегодня. Как ты относишься к журналу Hello? Что тебя привлекает в нем больше всего? Мне кажется, что журнал Hello был с нами всегда и всегда будет, дай бог. Вот. А подобное мероприятие – это очень здорово, потому что это лишний повод нарядиться, увидеться с друзьями, с подружками, показать себя. И мне, например, очень интересно рассматривать образы своих знакомых и наших известных людей из российского шоу-бизнеса, из фэшн-индустрии. Есть ли сегодня среди них те, за кого ты болеешь? Если честно, я не знаю, кто номинирован. Я просто могу озвучить, что мне очень нравится всегда, как выглядит Алсу. Мне нравится, как выглядит Равшана. Мне очень нравится, как выглядит Ульяна Сергеенко. А из мальчиков, я уже предвосхищаю твой вопрос, это Ваня Ургант и Данила Козловский. Добрый вечер, Лиса. Здравствуйте. А вы сегодня великолепны. Вы тоже. Сегодня концентрация красоты просто на квадратный метр.
потрясающая какая-то. Ты знаешь, смотришь на девушек и не знаешь, что тебе больше нравится, но нравятся все. Пользуетесь ли вы услугами стилиста или выбираете наряды сами? Вы знаете, конечно, пользуюсь, потому что сейчас мой мозг занят совсем другими вещами. Я мама, еще и кормящая мама. Поэтому не совсем адекватно могу оценивать стилистические находки. Конечно, нужен профессионал. Какие ваши самые любимые статьи, рубрики в журнале? Мне очень нравится откровенные истории читать, когда звезды рассказывают именно о себе, раскрываются перед читателем, говорят о чем-то дорогом. И мне очень нравится Светлана Бондарчук. Добрый вечер, Ольга. Добрый. Вы, как всегда, великолепны. Спасибо. Спасибо. А что за платье на вас сегодня? Это Юлия Прохорова, наш российский дизайнер. А кто является стилистом вашим? Или вы являетесь им сами? Ну, это, конечно, громко сказано, но я стараюсь сама выбирать наряды, потому что, если честно, очень ограничено по времени. У меня двое маленьких детей, поэтому как-то хочется быстро ткнуть пальцем, надеть и выбежать. И как-то поприсутствовать на мероприятии, потому что если еще и посвящать время стилистам, и выбору, и а чтобы нам надеть, а давайте вот это, то это, конечно, съедает много времени. Я как-то за то, чтобы все было быстрее. Что означает для вас стиль? Стиль это такой, ну, некий манифест человека, да, что он хочет сказать этому миру. Вот, в общем-то, как человек одет, так он о нас и думает, как мне кажется. Поэтому стиль это, в общем-то, внутреннее отражение того, что человек из себя представляет. Я сегодня поддерживаю русских дизайнеров, впрочем, как обычно. Куда без этого? Я в Росарио. Это моя родственница, можно сказать, дизайнер. Мне кажется, она прекрасно справляется со своей работой. Вот я и Света Ходченкова, мы сегодня в Росарио. Как вы думаете, какую роль стиль играет в жизни современного человека? Ой, мне кажется, что стиль идет изнутри. Какая бы мода ни была, если человек привет, если человек сам по себе умеет сочетать и классно преподносить вещи, то мне кажется, что это врожденно, это круто. Как вы думаете, что означает слово «стиль» в жизни мужчины? Быть мужественным, заниматься спортом, зарабатывать деньги, я не знаю, уважать женщин. Читаете ли вы журнал? Что вас привлекает в нем больше всего? Какие рубрики и статьи? Конечно же, привлекает хорошая девушка на обложке. Вот, привлекает именно это. Но вообще журнал хороший. То есть вы покупаете журнал только в том случае, если вам нравится кто-то на обложке? Не-не-не, почему? Бывают интересные статьи, конечно же, не важно, какая там девушка и так далее. Скажите, пожалуйста, что для вас означает слово «стиль»? Когда люди выдерживают что-то в определенных рамках. Что для вас означает слово «стиль»? Проявление твоей индивидуальности. Жизненной позиции. То есть то, какой ты есть. Вот ты какой-то такой, наверное, все мы не похожи друг на друга. В этом заключается наш стиль. А Ксения Егор. Вы сегодня являетесь победителями в номинации «Самая стильная пара года». Что вы чувствуете? Какие ваши впечатления? Ну, это как-то всегда приятно. Действительно, давно дружим с журналом «Hello», а именно с Ниной Сослович и со Светой. Это такие особенные люди. И поэтому, наверное, у меня какое-то восприятие этого журнала, потому что я его не всегда читаю. И как-то я... Ну, вот там просто атмосфера особенная в самом коллективе. Я поздравляю вас с победой. Спасибо большое. Сегодня вы являетесь победителем номинации «Casual». Да. Поделитесь своими впечатлениями. Ну, конечно, мне очень приятно. Очень люблю меняться и замечаю, что эти перемены к лучшему. С вами была я, Ирина Йонович, и программа «Вечерняя Москва». До новых встреч!